Из Чернігова, з України, проїхав где-то 650-700 кілометрів. Були в Придністров'ї в тому році, возлагали вінки погибшим ребятам, які згоріли в бронетранспортері. Молоді, по 18 років, яким було. Обалденна організація, обалденна. Це, звісно, рівень нормальний, нормальний. Є такі зльоти, на які от, скільки вже покатався, років 5, неохота їздити. А це, звісно, красиво. І я не жалію, що я сюди приїхав. Приехала я из Севастополя, проехала сюда, это 750 километров, получается, в один конец. Приехала к друзьям, вот, чтобы было понятно. Приехали поддержать, конечно, повеселиться. Супер, очень понравилось. На самом деле, для первого раза очень много людей. Я была на нескольких слетах до этого, была на Тарасовой горе, была у Волков на слете, который в Севастополе проводится. Очень суперовские ребята подготовились. Не знаю, ждем еще сегодня сюрпризов всяких, всяческих. Хочется сказать спасибо гостеприимной Молдове. Очень обожаю эту страну. Приехала с друзьями, нас много, и нам всем здесь действительно очень нравится. Я думаю, что я выражу мнение очень многих людей, что организация проходит на высшем уровне. Это очень душевно, это очень классно, это очень объединяет всех людей, кто на колесах, кто не на колесах. И мероприятие, которое мы сейчас наблюдаем, даже невзирая, что идет небольшой дождь, очень ляжет на душу всем жителям нашего города, республики и приехавшим к нам сюда гостям. Из Одессы проехали 300 километров. Дорога была, конечно, не очень, но вы, наверное, знаете, какие у вас дороги. Плюс помещал дождь немножко. А вообще сезон только начался, все впереди. Еще 3 месяца покатушек. Николаево, это Украина. Вот. Расстояние до Кишинева, как говорится, от нас небольшое, всего лишь 320 километров. Но в любом случае, в данных ситуациях расстояние не играет роли. Было бы 3200, все равно бы приехали. Вот. Приехал, как говорится, на это мероприятие, повидать друзей, вот. Повстречаться. Как говорят, повидать людей, показать себя. Вот. В таких подобных мероприятиях принимаем участие постоянно. Практически и Европа, и Россия, и Украина, ездим очень много, вот. Везде всегда получается так, приезжаешь к друзьям, раз у друзей, всегда семья, всегда душевно. А что я могу сказать о данном мероприятии? Просто очень и очень хорошо о том, что оно все-таки осуществилось. Потому что в Кишиневе, в Молдове мероприятие проходит постоянно. Байкерский слет, он каждый год, 2 раза в год. Вот. Но такого масштаба. Тем более еще под патронатом, как говорится, правительства. Это просто очень просто прекрасно.